Всем привет, с вами 21 наш. Сегодня я хочу вам показать мою новую маленькую поделку. Называется дверной звонок. Сделан он на советской микросхеме UMS-702. У меня несколько этих микросхем, но, к счастью, они все совместимы. Если я захочу другой набор мелодий, я просто вынимаю отсюда микросхему и вставляю новую. Ничего вообще сложного. Здесь обыкновенный маленький динамичек из системного блока. У меня их навалом. Кнопку приделал большую и удобную. К ней параллельно можно дверную кнопку, вот которая стоит на лестничной площадке. Я сюда попозже присобачу маленький разъем такой, с болтиками. Запаяю его, включу параллельно этой кнопке, и просто в будущем можно будет воткнуть туда два проводка от дверного звонка и уже нажимать. Давайте я вам продемонстрирую. Загорелся светодиод. Это значит, есть питание. Ой, я дотронулся до микросхемы. Она очень чувствительная. Так, в общем, нажимаем. Просадка напряжения такая, что пришлось ставить конденсатор на входе. И даже он не вывозит. Чтобы сменить мелодию, я нажимаю вторую кнопочку. Лично мне нравится вот эта мелодия, она бодренькая такая, понятная. Все, мы ее установили, а в будущем просто достаточно нажать кнопку, и все. Она будет запомнена до обесточивания микросхемы, то есть тут нет постоянной памяти. Собственно, и все. Монтаж вообще не замысловатый, все очень легко делается. Вот так вот, красивенько, удобненько. В будущем, конечно, надо будет батарейку заменить на нормальный блок питания. Где-нибудь, хотя бы миллиампер 150, чтобы выдавал и не было просадок. А так, все. На этом все. Заходите на мой сайт blindage.org. Жмите рекламку обязательно, которая есть на сайте. Она помогает сайту жить. Давайте, всем удачи. Пока.